счастье, для меня счастье – это мечтать, для меня счастье – это общаться. И, наверное, чтобы все это было, ну, как бы соизмеримо с каким-то моим, ну, чтобы за это, ну, как сказать, господи, боже мой, но чтобы это было как бы органично моей жизни, и мне было все это комфортно. Ну, чтобы в этот момент не нужно было там чем-то поступаться, и чтобы ничего за это не терять. Вот мне как-то очень хочется, чтобы у меня все были здоровы, сыты, счастливы, а я могла заниматься своим любимым делом. Ну и, конечно, наверное, самый какой-то бонус счастья, ну, самая какая-то вершина, это любовь, ну, когда тебя любят, и это взаимно. Ну, а так, наверное, вот такие сиюминутные моменты для меня — это общение, и когда ты можешь мечтать, воображать и воплощать это в жизнь, и когда ты можешь общаться с людьми, которые тебе интересны, это такое бытовое счастье, да? Ну, и бонусом идет любовь, ну, это уже так, по праздникам.